Я достаточно недавно в социальных сетях и, честно говоря, никогда не собирался туда. И если бы 2 года назад мне сказал кто-то со стороны, что я в них буду, я бы никогда не поверил. И, в принципе, моя личная жизнь, ее события, я и до сих пор не считаю интересными для широкой публики и не собираюсь играть в обнаженку. А вот тот опыт, который я получил, исцеляя свое физическое тело, и я продолжаю еще этим заниматься, исцеляя свои финансы, исцеляя себя на всех уровнях, занимаясь исключительно собой, исцеляя свои отношения, вот этот опыт ценен, потому что я считаю, что если я смог это сделать со своей жизнью, со своим телом, со своими финансами, то это под силу каждому. Те методики, которые я использовал, они довольно просты. Я их сделал еще более простыми и рабочими, и они работают. И они работают не только со мной. Так получился я нынешний, я так живу. Я не занимаюсь бизнесом, я ни на кого не работаю. Я просто живу, делясь своим опытом, приобретенным или открывшимся во мне недавно, со всеми, кому он необходим. И так я появился в социальных сетях, когда мне об этом было твердо сказано. И моя цель – делиться, делиться и делиться с вами, дорогие мои, моим опытом. Я нахожусь в 2 социальных сетях, в Фейсбуке и в YouTube. На YouTube канале на сегодняшний день 410 роликов, записанных мной. В этих роликах есть просто прямые работы, направленные на исцеление вашего физического тела, ваших тонких тел, вашей жизни, ваших отношений. Также я делюсь методиками и техниками, рассказывая о них и передавая свой опыт. Также я пытаюсь довольно простыми словами сказать вам те вещи, которые дороги и близки мне. Надеюсь, что это принесет вам пользу. Это все передается вам без какой-либо оплаты и не требует никакой даже благодарности. Берите и делайте. Это то, что я должен делать. Я это делаю. Поэтому, конечно же, мне дорога обратная связь. Я очень ценю всех тех, кто познакомился со мной лично, кто начал ходить на мои семинары, кто начал заниматься со мной по средам благодаря социальным сетям, кто поехал со мной, высказав мне тем самым доверие в поездке по местам силы со мной. Это для меня эти люди ценны. Конечно же, ваш каждый отклик, каждый ваш комментарий, каждый ваш вопрос, заданный в личку, для меня важен. Для меня, конечно же, важна обратная связь. Каждый ваш пальчик вверх и вниз для меня тоже важен. Я не наивный человек и понимаю, что не все со мной согласны. Я не во всем всех и не всегда могу быть прав. Но я говорю то, в чем я уверен, как я живу на самом деле. Верите вы в это или нет, мне, в принципе, честно говоря, все равно. Поэтому, дорогие мои, тому, кому я интересен, я благодарен. Делитесь опытом. Задавайте вопросы. На каждый вопрос я буду отвечать. Я буду говорить с человеком до тех пор, пока буду верить в него, в то, что он способен принять информацию, изменить себя. До этого момента я и буду общаться. В Фейсбуке я веду ежедневный разговор. Я пытаюсь вам не надоедать. Я говорю о том, что насущно и близко мне именно в этот день, именно сегодня. День я начинаю с повторов
публикации за последние 2 года, которыми я считаю необходимо поделиться и напомнить о них, которые несут ценность в первую очередь для меня, и я надеюсь, что и для вас. Следующим шагом я определил для себя фразу дня, и я обязательно ее произношу от своего имени. Когда я вошел в Facebook, откровенно говоря, я был как ребенок в маленькой темной комнате, в которой ничего не видно и что мне делать непонятно. Вот, я для того, чтобы привлекать внимание, использовал чужие иллюстрации. Какое-то время я использовал сцены из знаменитых и любимых мною, это важно, фильмов. Потом я начал заполнять информационное поле исключительно моими фотографиями, моими видео и моими изображениями. Потому что я говорю от своего лица, я не говорю чужих мыслей. Если я делаю репост, я полностью согласен или во многом согласен с автором. И просто мне лень это повторять от своего имени, но я подтверждаю важность сказанного другими. Поэтому, к сожалению, все меньше появляется на моих страницах репостов других авторов. Не потому, что я кого-то не уважаю, а потому, что я предпочитаю высказываться своими и делиться своими мыслями, своими переживаниями, своим опытом. Поэтому, дорогие, я отношусь к Фейсбуку как разговору с аудиторией, которая постоянно растет. Я попытался почистить своих друзей, но у меня рука не поднялась убрать никого. Каждый для меня имеет свою ценность, и я благодарен тем, кому я некомфортен и кто сам уходит у меня из друзей. Благодарю вас, дорогие. Вы сейчас освободили место новым друзьям, которые медленно, но уверенно заполняют эти 5000, подаренные нам Фейсбуком. Остальные подписываются. Я не должен быть комфортен всем, но подумайте, если я вам не комфортен, то может надо меня послушать и задуматься над тем, что я говорю. Это может изменить вас, потому что основная моя цель, в принципе, предложить вам размышления. Размышления о себе, размышления о жизни, размышления о происходящем в вашей жизни. Ведь просто так ничего не делается. Но ничего и не делается для того, чтобы вас уничтожить и причинить вам боль. Что касается YouTube канала, он сформирован с другой целью. Это более или менее более удобная площадка для того, чтобы работать с моими рабочими видео. Там, где идет звук. Я знаю многих моих знакомых, друзей, которые успешно используют YouTube канал для такой работы. Они создали себе плейлисты и утром, вечером, иногда и днем используют их, прослушивая медитации или идя отдыхать в сон, ставят на наушники, или, если позволяет условия, прослушивают громко мои звуковые ролики, и это приносит свою пользу. Я об этом знаю по откликам. К сожалению, многие не считают возможным и необходимым публично высказываться о той пользе, которую причинили, и благодарят меня в личку. Я бесконечно благодарен и прошу вас, говорите, делитесь со всеми, если вам позволяют обстоятельства жизни. Говорите мне, для меня это важно. В принципе, пожалуй, это все, что я хотел сказать. На сегодняшний день YouTube — это 410 роликов, и их будет больше уже завтра. И под этим видео вы найдете ссылку на мой YouTube канал. Заходите, подписывайтесь. Это также для меня важно. Если вам понравился мое видео, голосуйте. Не понравился — голосуйте. То же самое я обращаюсь к вам и по Фейсбуку, где вы более активны. Для меня важны ваши пальчики вверх, пальчики вниз. Ваши реакции для меня важны. Я не боюсь того, когда человек меня ненавидит или не согласен со мной. Я принимаю любое мнение. Я не терплю хамства и нецензурной брани. Я об этом не раз говорил.
И таких людей я предупреждаю, потом блокирую. Заблокировано мной за 2 года немного людей. Аферисты или абсолютно психопатические личности, которые ведут себя уж чересчур. Это было единожды. Или же с какими-то бестолковыми предложениями сиськи-письки. Я на это тоже не реагирую, у меня все в порядке, ребята. Поэтому я достаточно здравомыслящий человек. С финансами разбираюсь сам. Не надо меня разводить на деньги. Я благотворительностью занимаюсь сам. И со всем остальным у меня тоже все нормально. Поэтому, когда идет вот неадекватное какое-то, какие-то предложения, то я где-то с десяток человек занес в черный список. А так, в принципе, за инакомыслие никогда. Я вас люблю, мои дорогие, и приглашаю к более глубокому общению.